Тема сегодняшнего видео – Sony EX450. Можно ли слушать в принципе эту модель? Или Sony облажались и просят ни за что 1800 честно заработанных рублей? Друзья, привет, Леша Бочаров. Вещаю из офиса Top Hat. Top Hat – это спонсор, так скажем, моей жизни. Да? Благодаря компании у меня есть хорошее настроение, что, кстати говоря, самое главное – время и деньги на все вот эти эксперименты, да? На канал, на наушники, ну и, в принципе, без Top Hat этого всего бы и не было. Выпивал бы пивасик и смотрел бы какую-нибудь киношку. Sony MDR EX450. Наушники за 1800 рублей. Подписчики уже в курсе, что EX450 это самые отстойные Sony серии EX. Есть отдельное видео, где я протестировал EX15, 155, 255, 450 и EX 650, золотистые такие за 2800. Видео показало, что из всей серии Sony EX самые крутые наушники стоят на 2000 рублей дешевле самых дорогих. Поэтому, друзья, если вы хотите блистать подобными знаниями перед пацанами, подписывайтесь на каналчик. Я с удовольствием буду вам рассказывать такие секреты. Sony EX450 – это самые дешевые Sony из серии EX, в которых дают тонкий премиальный вьющийся провод. Провод ощущается скорее, что он может порваться, если за него как-то неудачно потянуть. Амбушюры у них типа топовые, да? У них цветная серединка. Цвет обозначает размер амбушюр, а по работе они точно такие же, как в недорогих моделях. Я их считаю, ну, на самом деле идеальными, да? Они часто бывают донорами амбушюр для каких-то других наушников. Я не чувствую, что эти наушники по ощущениям стоят своих 1800 рублей. То есть нет какого-то ощущение премиальности. Корпус более компактный, чем у EX255, и абсолютно такой же, как у EX650, то есть топовой модели по цене, но не по звуку. Коннектор внешне мне не нравится, он какой-то, ну, прям совсем странный. Ну, не знаю, бывают красивые коннекторы, бывают премиальные коннекторы, бывают простые, которые очень компактные. Вот, например, 155 АП, ну и 155 обычный, да, у них просто маленький красивый коннектор. Здесь же он какой-то длинный и какой-то несуразный, мне не нравится. Что по ощущениям уже с привязкой к звуку? Метро, я имею в виду, когда внутри едешь, и бывают свежие вагоны, да, где шумоизоляция нормальная, а бывают прям вот совсем громкие вагоны, и в них шум слышно сильнее, чем хотелось бы. То есть я бы не сказал, что здесь шумоизоляция прям какая-то потрясающая. Она такая, ну, средненькая, нормальная. По звуку середина глуховата. На сплине, например, если вы знаете такую группу, если вам за 30, да, друзья, вы понимаете, о чем я говорю, заметно, что середина как-то проседает. В целом наушники звучат вполне годно, и если их в лоб не сравнивать с другими моделями, то вполне можно получать удовольствие. Звук полноценный, местами даже душевный, бас гудящий, высокие чиркают, отдельно слышны, никак не теряются, голос хорошо слышно. То есть приятный, достойный звук, но за 1800 я уже ожидаю чего-то более крутого, а ничего крутого совершенно нет. В нашем рейтинге EX450 сейчас занимают 11 место. То есть перед ними есть 10 более крутых моделей. Кстати, многие из них заметно дешевле. Наушники немного ощущаются в ушах. Легкость, которая есть у моделей EX15 и EX155 в этих EX450 отсутствует.
через 2-3 часа постоянного прослушивания хочется их снять и как-то отдохнуть. Мне кажется, форма неудобная, ну или, по крайней мере, мне она не подошла. Но у меня редко такое случается. По ссылке под каждым видео вы найдете рейтинг, да, то есть Google таблицу, в которой я кратко рассказываю о характеристиках разных моделей, которые я сам лично послушал, сравнил между собой. И вы сможете выбрать для себя оптимальные наушники, чтобы ходить, слушать музыку, получать удовольствие. Какой вывод о Sony EX450? Есть куча более достойных моделей по меньшей цене. Зачем тратить 1800 рублей на эти наушники, я не знаю. Как вы помните, да, Sony EX155 и 155 AP с микрофоном и кнопочкой сейчас являются моим фаворитом, да, потому что выдают классный голос, отличное ощущение музыки, универсально для всех жанров. Если вы слушаете только рэпчик, трэп, электронную музыку, и вам хочется добавить в звук Sony 155 баса, рассмотрите модель JBL T290. Топ пока что сохраняется. В следующей серии будут гибридные Samsung 920, которые одновременно и вставные, и вакуумные. Посмотрим, да, что за наушники, потому что хвалят их подписчики, говорят прям офигенный звук. Наушники прогреты, все готово для теста. Сейчас записываю этот видос и начинаю ходить в Самсунгах. Кстати, у них зашкварные амбушюры и обычные. Выберем с вами, с какими все-таки ходить, и поставим их на место в нашем рейтинге. Кто там ломится? Алло! Какого хуя? У меня тут съемка. Ой, простите. А чего вы приперлись-то?